Всем привет, ребят, меня зовут Дима, Игорь. И сегодня мы хотим снять вечернее видео. Да, у нас такое было уже вечернее видео. Сейчас у нас время 21:05. Это просто 9 часов вечера. Мы для вас снимаем видео. То есть мы сегодня очень много видео сняли, да, Игорь? Мы очень устали, думаем на вашу поддержку, что вы подпишетесь на канал, как бы. Вот, я вам хочу показать нашу кровать. Вот, мою кровать. Вот, ну и играющие, естественно. Пауэрбанк Игоря. Я знаю, как у тебя компьютер включился. Ну да, я же ее включал. Так, мой хомяк там где-то. Гриша. Где Гриша сбежал? Не верю, Гриша же хороший. А, вон Гриша. Гриша, ребята, не сбежал, слава богу. Вон там Гриша, если увидите. Да, если кто не знал, впервые нас смотрит, то Гриша — это мой хомяк. Да, ее просто сегодня купили. И поэтому про него, естественно, никто не знает. Мы недавно выложили видео час назад про Гришу. Обзор Гриши. Вот. Игорь, зацени Гришу. Зацени Гришу. Это надо снести. Да, ну Гриша классный хомяк. Короче, 10 из 10. Я тоже оцениваю Гришу на 10 из 10. Ладно, думаю, на этом можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!